Алиса. И в этом видео я делаю обзор на мою Бразилас. Давайте начнем. Да, я недавно накрасила ногти много. Так, давайте начнем. Вот сама... Ой, я музыку не включила. Вот сама кукла. Это Плуэта Спилета. Вот такая вот Маша. Там еще была Мейгада Брюстикс и Ясмин. Вот с лупой. Вот. Она, кажется, ведьма моды. Но она как бы моды занимается. У нее есть две стороны. Одна темная сторона, другая светлая. Ну, это означает, она разделена на несколько частей. Но у нее сам один характер добрый. У нее, как видите, немного гафре. К ней прилагалась расческа. И карточка. Это мне тут еще одна карточка осталась. Я случайно карточку со животным потеряла. Вот. Ну, это пока что все, что к ней идет. Так. У нее черная. Вот это черный. У нее два разных пузыря. А выглядит как обычный. Просто это черная, а это розовая. У нее тоже платье разделено на несколько частей и такой вот белый пояс, как был. Да. Дальше у нее такие вот волосы. Такие вот тоже розовые. Сами они белые. Вот. Но есть черный и розовый. Мне кажется, что это Хлоя. У нее дальше... Ну, по старому мультику, если все. Вот, у нее две... Вот такие вот. Они разделены. Вот это прям ткань хорошая, а вот это мне не очень нравится. Класс снимать, но я не хочу его снимать. У нее еще есть такая вот шапка. Шляпка такая. Это ведьминская шляпка. Еще у нее разные сережки. Первая сережка такая вот большая, розовая. А это черная. Так, дальше. Еще у нее есть подставочка. Я сначала включу эту песенку. Дальше у нее есть такая вот подставочка. Она как у Monster High, только тут надпись Бразилас. И вот так она идет, как горбик. У нее два глаза разных. Первый глаз голубой, а второй глаз даже прям не коричневый, а бордовый. И у нее помада разделена на две части, черная и розово-светлая. Это все, что я хотела вам рассказать о Клоэте Спилете. Мне кажется, что я больше не хочу собирать Бразилас, мне одной штуки достаточно. Может, я еще Мейгаду Брюстикс, как я мечтала, хочу. Но мне там больше понравилась Клоэта Спилета, потому что Мейгада Брюстикс почти у всех есть. Поэтому... Клоэта Спилета, но, наверное, я еще куплю себе, как я говорю, Мейгану. Так, всем пока! Ставьте почтение, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!